Найдите розу. Так. Ну что мы имеем? Итак, мы узнали, что наш серийный убийца X, так его прозвали. Так, здесь требуется монтировка. Убивает других серийных убийц из нашего списка дел. Теми же способами, которыми они убивали своих жертв. Жесть какая-то. Вот. Так, везде монтировка нужна. Какая картина прикольная. Вот, еще мы знаем, что в этой библиотеке когда-то случился пожар в каком-то из отделений. Вот. И что-то мне такое подсказывает, что мы именно в то отделение попадем. Так, аптечка. Нам не надо. Вот, и там будут твориться какие-то штуки. Да, в принципе, уже в начале этой библиотеки это такие аж мурашки по коже. Атмосфера такая зловещая, зловонная. Так, можно свет выключить. В лифте светло. Ну и, конечно, куда же мы без подвального помещения? Отправляемся в подвальное помещение. Опа. И как мы сюда попали? А у нас оружия-то нету. Воу-воу. Крысы, крысы. Уже какая-то чертовщина творится здесь. Непонятная. Так... Давайте сразу разобьем, чтобы... Ну, решетка, так и знал, требуется монтировка. Что-то мне такое подсказывает, что с монтировкой нам придется здесь бегать очень-очень много. Так, секретиков никаких нету. Нормальная такая картинка. Ух ты, какой стульчик прикольный. Заперто. Тоже заперто. Томас. Томас, сюда. Это, возможно, не самая лучшая идея. Бездомные наркоманы здесь поселились, и они не выглядят дружелюбно. Иди сюда, я хочу тебе кое-что показать. Я использовала свое служебное положение и навела небольшие справки о тебе. Я нашла эту папку в твоем дополнительном личном деле. Откройте папку ФБР на столе. На твоем последнем обследовании они обнаружили несколько аномалий. Для начала, плотность твоих костей и мышц запредельная. У тебя репутация силача, но кто знает. У тебя также гиперактивная сиротоэнергетическая система мозга. Что это означает, я понятия не имею. И, наконец, здесь лежит отредактированный рентгеновый снимок. Отредактированный? Да. Прямо там, где пищевод и гортань, кто-то затемнил рентгеновские снимки и оставил заметку «Смотрите, субъект PR-56». PR-56 — это специальное приложение к персональным данным, и твое проходит под грифом «Черный». Это высший уровень доступа, которого нет ни у тебя, ни у меня. Наше правительство очень заинтересовано в тебе. Я не знал. Но теперь ты знаешь. Может быть, мне не следовало тебе это говорить. О, я также оставил для тебя кое-что на столе. Популярная модификация для стандартного электрошокера.
странно. Очень все странно. Так, у нас теперь есть крутой электрошокер. Надо на ком-нибудь его испытать. Господи, Томас, ты в порядке? Ты выглядишь, как будто увидел призрака. Пошли, давай закончим это. Эти стервятники ищут части на продажу или просто все разрушают. Нам нужно найти терминал, который не поврежден. Похоже, кто-то оставил ключ в замке. Ты обыщи этот офис, я смотрю вон тот. Ищи рабочий компьютер. Хорошо, но больше так не поворачивайся ко мне, окей? Я чуть не обделался. Так. Ищем. О. Круто. Ищем рабочий компьютер. Этот по-любому не работает. Воу-воу-воу. Чё за черт опять? Чё за нафиг? Точно, мы, похоже, здесь не одни. Ты еще кто такой? Томас, что такое? Я не могу войти, дверь заела. Воу-воу-воу. Так. Куда вы взялись-то здесь? Воу. Томаса, похоже, едет крыша. Чё за чёрт? Нет здесь рабочего компьютера. Нафиг, нафиг отсюда. О! Ты там поаккуратнее со стулом. Я говорил тебе, что мы не одни. Пошли, я нашла исправный компьютер. В следующий раз предупреждай, что стульями кидаешься. Такая поисковая система только в библиотеках. Впишем имя «Палач» и получим последнюю информацию из местных новостей, включая радиопередачу. Дьявол, что же еще может случиться? Нам нужно найти серверную и снова подключить сеть. Роза? Чё за нафиг? Куда она делась? Котятки. Котятки. Я уже пожалел, что я пришел в эту библиотеку, реально. Томас, ты не настолько полезен, как я думал. Я ожидал от тебя намного большего. Я думал... Господи! Роза! Роза, ты там? Розу похитили, найдите ее. О-о-о! Но началось. Друзья, началось. Приступим. Заперто. Все заперто. И одна единственная открытая дверь.
А вот и выход. Я хочу наружу. Ну, вон, тащит розу. Этот ублюдок здесь. Так, топор нужен. Это Роза. Сейчас меня нет в лаборатории, но я скоро вернусь. При необходимости позвоните мне на мой авторизированный номер. Физические улики получены и сохранены. Воу. Как он так пробил мобильник Розы? Так, топор здесь нужен. Отлично. Он остается туда, в дверь. Там за решеткой, я думаю, нужна монтировка, да? Но. Вон тут козел с топором. Так. Одним меньше. Блин, столько ходов. Так, ну понятно. Мы открыли дверь с другой стороны просто. Иди сюда, иди. Ух ты, пистолет. Так, а сейчас мы... Засранец. Все патроны выстрелил. Мне даже не оставил. Так, понятно, лифт не работает. Нам надо следовать за чуваком с топором. Так, где-то тут птичка. Я слышал только что. Жесть. Вот не люблю я вот такие вот места. О, сейчас попал, еще с огнестрелом.
козел. Козел. Еще с топором-то. Так, 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 так. Опа. Отлично. А теперь аптечки. Так. Сейчас эти... Так, там еще один, да, должен быть? С ружьем. Который нас пристрелил. Да на, держи ты. Еще один стоит. А, вот как раз с топором. Да ладно. Где там птица-то все каркает? Каркает и каркает. Так, аптечки. Не могу понять, где-то здесь. Нашли птицу. Вот обрез здесь лежит, но обрез уже никак не взять. У нас топор. Чтоб тебя, как вы меня задрали-то, как вы мне дороги все. Да чтоб вас, а! Съешь. Так, отлично. Жизни, конечно, просто навалом. Нет. Так, я там видел аптечки, да? Так, это серверная получается. Я правильно понял? Или нет? Ну понятно.
physical evidence received and stored. Обнаружен активный терминал в отделе редких книг. Возможно, это Роза. Двигаемся туда. Так, теперь у нас есть монтировка. Где у нас там? Отдел редких книг находится в зале. Чё там, где там? Нифига, там да там с автоматом. Офигеть. Чем дальше, тем жестче. Так, вызвать лифт. Надо мне вызывать лифт. Там чуваки с автоматами. Но больше некуда идти. Получается. Так, сейчас как из лифта кто-нибудь выскочит. Здесь надо быть аккуратным. Сюда уехали чуваки с оружием. Фу. Один патрон. Фак. Патронов нет. Здесь 7 патронов. 6. Так. Чё нам? Нам все равно нужна монтировка. Давайте. Оп. Аптечки. Мы нашли птичье телевидение. У птиц есть телевидение. Ну что? Давайте автомат возьмем. На всякий. Так, это не автомат. Куда я автомат выкинул? Воу-воу-воу-воу!
Блин, там с ружьем. Где они понабирали столько оружия? Так, давайте с обрезом. Я уж боюсь их просто. О, там секретик какой-то. Как туда попасть? Блин, я хочу туда попасть. Даже не пишет, монтировка ли нужна. Ладно. Может дальше. Так, запах. Где-то здесь пахнет. О. Вижу розу. Кувалда тут для чего-то. Так. Понятно. Все проще парень на репы. Еще одна птичка. Так, нам еще одна нужна. И будет круто. Что-то тянет. Назад, подонок. Подойдешь ближе, я оторву тебе голову. Роза, это я, Томас. Оу. Он, похоже, ударил меня в затылок перед тем, как уйти. Ты в порядке? Здесь были эти теневые создания рядом с тобой. Что? Послушай, пока ты гонялся за тенями, этот придурок пытался меня убить. Правда, я его хорошенько укусила прямо в руку. Ты взял какой-нибудь образец крови? Кажется, я видел что-то на этом этаже. Да, взял образец. Отлично. Я могу подключиться через этот компьютер и провести удаленный анализ, что ли, что там-то. Бинго. Образец ДНК совпадает с образцом, взятым на станции метро. Это он. Это наш серийный убийца X. Он убил полицейских, и он убивает всех других парней из твоего списка дел. Что он от тебя хотел? Он хотел знать, что мы знаем о палаче. Он посоветовал искать в интернете. Он знает почерк о похищениях, пытках, самоубийствах. Томас. Палач в твоем списке дел, и лишь его след не остыл с тех пор, как мы наткнулись на этого серийного убийцу X. X хочет, чтобы палач умер. Он охотится на него.
Посмотри на это. Я Дженнифер Албан и веду репортаж из главного полицейского управления. Развитие в деле серийного убийцы-палача. Вышедший на пенсию учитель физкультуры из городской программы юношеской реабилитации сообщил в полицию о контракте почти 8-летней давности с проблемным подростком по имени Карл Андерсон, у которого были фантазии, точно совпадающие с методами палача. Власти просят людей сообщить в полицию, если они знают о местонахождении Карла Андерсона. Не приближайтесь к подозреваемому, так как он может быть вооружен и опасен. Мои источники из полицейского департамента сообщили мне, что они обеспокоены, потому что они не могут найти своего информатора. Представители департамента отказались комментировать последние события. Дженнифер Албен специально для Пятого канала. Карл Андерсон. Учитель физкультуры рассказал копам о нем, и теперь учителя не могут найти. Хорошо, Роза, мы должны найти школу, в которой этот учитель работал. Школьные городские записи находятся в подвале. Следуй за мной. К счастью, с этим ключом мы попадем туда, куда нам нужно. Войдите в отдел микрофильмов. Фу, столько много читать надо было. Ну давай, веди нас, Сусанин. Веди нас, герой. Странно, что замочная скважина между дверями. Так, ну что, я иду первый, да? Буду прикрывать тебя. О, кто там? Это что еще за хрень? Звучит так, словно там ползает какое-то животное. Каракатицы эти. Ну, похоже, здесь и был пожар. Такой черный, обгоревший. Похоже, что здесь библиотека пострадала от пожара больше всего. Хорошо, там должна быть лестница, ведущая вниз в комнату микрофильмов. Че, я один пойду, что ли? Опять этот свет. Сейчас опять какие-то вспышки будут непонятного. Ты со мной идешь? А, я думал, я один. А вот, кстати. Местечко с секретом, в который мы хотели попасть. Так, тихо-тихо. Главное быть спокойным. У нас всего два патрона, попросту, чтобы их не тратить. Пока они не нападают. Только пугают. Жизнь так все обгорела вообще. Вонище там, наверное, вообще пипец. Этой гарью, этой сыростью, наверное, гарью.
Да ну нафиг. А, черт, больно. Томас, с тобой там все в порядке? Да, в порядке. Правда, сломал свой фонарик. Спокойнее. Кажется, я что-то заметила там внизу в темноте. Я буду там через минуту. Подождите, Розу. Да ну нафиг. Тихо, 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 тихо. Да. Томас, Томас, это я. Приди в себя. Блин. Вот, возьми мой фонарик. Найди путь к воротам на другой стороне. Я встречу тебя там. Не сдерживайся. Не задерживайся, находясь в темноте без фонарика, я начинаю нервничать. Да черт, я патроны истратил. Я все патроны истратил. И что теперь делать? Горевшей доской по голове всем бить. Это жесть, блин. Воу-воу-воу. Он как Человек-паук. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что ты убегаешь-то? Давай я тебе сейчас... чикну в лоб. И все. Чтоб больше не пугал. О-о-о. Ух ты. Ух ты. Тварь, а. Какие-то нерезвые. Надышались, наверное, Гарри. Книжки мне разбрасываются. Как удивительно. Ладно. Спрыгни вниз и посмотри, сможешь ли ты пробраться назад к лестнице. Я вернусь своим путем. Здорово придумала, блин. Аптечка. Отлично. Пять эти тут. Четвероногие друзья. О! Засранец, а? С подтишка, блин. На, доползался. Ружье, ружье. Отлично. Отлично.
Раз. Два. Еще патрон. Застрел, блин. Так, последняя птичка, отлично. И где-то еще один. Их трое вылезло. Где третий? Пистолет. Пять патронов. Так, аптечку, аптечку. Так, 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 там без стрелка, без меня. Какой-то вообще махач просто жесткий. О! Тихо. Блин. Где там? У меня еще патрон здесь. Сейчас мы тебя. Блин. Ни у одного патронов нету. Все истратили. Неблагодарные, блин. Так. Глаза, значит, здесь... Где же выход-то отсюда уже? О, стоит, ждет. Родная. Господи, Томас, ну и долго же ты. Кто бы говорил-то? Господи, это уже совсем никуда не годится. Мы должны достать этот микрофильм и выбраться отсюда. Ты предлагаешь нам пройти через это место? Я предлагаю вообще свалить отсюда. Побыстрее. Восемь лет назад ребенок и учитель были в одной и той же школе в 1997 году. Вот она. Андерсон Карл. Есть много Карлов Андерсонов, но держу пари, что это наш парень. Он был определен в реабилитационный образовательный центр из-за психического расстройства. Средняя школа имени Святого Иосифа, северо-восток Фремонта. Она закрыта вот уже 5 лет, и неудивительно, что это одна из самых худших частей города. Боже, с тех пор копы совсем забросили этот район. Что насчет факультета? Это не расписание, список имен. Я возьму его в лабораторию, посмотрим, что мне удастся найти. Это он. Он нас подслушивал. Похоже, мы привлекли к себе нежелательное внимание.
боже. Да чтоб тебя. Получи. Ну еще раз. Да какой ж ты живучий-то. Так, бумагорез. Еще один. Типа я тебя не вижу, да? То. Че у него там пистолет? Без патронов, да? Томас, выход. Нам нужно срочно уходить. Уходим, уходим. Что насчет нашего серийного убийцы X? Он располагает той же информацией, что и мы, а значит, он тоже направляется в школу. Возможно, мне удастся поймать сразу двух убийц. Я отвезу тебя туда, затем вернусь в бюро и поработаю над тем списком.